Многоуважаемая публика, мое почтение. Стихотворение, которое я сейчас исполню, показывает путь, на котором человек закаляет свой дух и становится мудрее. Увы, не всем дано. Мартынов Леонид Николаевич. Жизнь моя все короче, короче. Смерть моя все ближе и ближе, или стал я поэтому зорче, или свет нынче солнечный ярче. Но теперь я отчетливо вижу, различаю все четче и четче, как глаза превращаются в очи, как в уста превращаются губы, как в дела превращаются речи. И я не видел все это когда-то. Я не знаю, жизнь кратче и кратче, а на небе все тучи и тучи. Но все лучше мне, лучше и лучше, и богаче я все. И богаче, говорят, я добился удачи. Спасибо.